Всем привет! Меня зовут Егор, вы на канале QuestDiddy, и сегодня в ролике у нас Ами на Phantom Assassin. Он имеет 21 ранг, и у него 24 тир на данном герое. Всем приятного просмотра. Вы только посмотрите, какая же красивая фантомочка. Просто вау! Итак, ладно, давайте к закупу. Он купил себе слипер фагильти, цирклет, топор, ферик и две ветки. Далее хочет взять себе танго, врезбенд, апнутые стики. Окей, на первом левеле он взял себе дагер для доминации на линии, а аспект у него на ультимативную способность. Кстати, врожденная способность довольно-таки имбалансная, дает дополнительное уклонение за каждый уровень. На данном уровне у него 16,5 уклонение от атак. Интересно. Давайте посмотрим, как он реализует данного героя в игре. Итак, вместе с ним у нас на этой линии будет играть Бэйн. Бэйн довольно-таки метовый и хороший суппорт. А вот против них у нас играет Панда и также Вивер. Два метовых, сильных, опасных героя. Нужно играть супер аккуратно. И давайте посмотрим, как Ами отыграет у нас этот матчап. Ренджа не получилось добить. Неприятно. Хотя бы линия пушится уже на нас. Но все равно тяжеловато подойти. Играет супер аккуратно, не подставляется. Доносит себе сразу же танго. Потому что понимает, что без него будет невероятно сложно стоять на линии. Тавром пытаемся хоть что-то добивать. 4 из 8 для Ами. Достаточно плохо, конечно. Хотелось бы больше, но что имеем. У панды уже 5-0. Сейчас будет 6-0. Ну да, сложно стоять против нее. Плюс еще Вивер. Неприятный герой. Хотелось бы стики заиметь. Ну как-нибудь терпим. Потихонечку фармим. Набираем свое, так сказать. Есть блинк, хорошо, можно играть агрессивно. Подставляется Бэйн, и это First Blood для команды Dire. XXS у нас играет на Брюмастере, если что. Довольно-таки сильный и очень опасный игрок. Тяжеловато, конечно, против него играть, но что поделать. Доносит себе в Резбенд. И также стик. Ренджа можно было добить через даггер, но что-то как-то он не отыграл. Сейчас можно было тоже через даггер, через тычку. Как-то забыл совсем, да, про даггер? Вот сейчас. На панду. Ну там тяжело убить, вы что? Даггер взял в 2. Линия распушена. Будет резаться лотус. Лотус обязательно нужно забирать для себя. Тут Вивер. Вивер даже не хочет за него файтиться. Или же хочет. Посмотрим. Возвращается, Ами прыгает на него, даггер, лотус забирает для себя. Хорошая работа от Ами, молодец. Отвести бы маленький, я так понимаю, да? Ами уже смотрит на него, добить в идеале. Точнее, отвести маленький, и для того, чтобы линия сместилась ближе к тир-1 тавру, чтобы играть в более безопасной зоне, потому что Ами тяжеловато. Танга больше нет, ничего нету, и выход потихоньку в ПТ. Пока апнутый стик не хочет себе брать. Эрик нажимает. Заблочили большой, да, я так понимаю. Угу. Хорошо, тут отвели. Умерла пачка. Пачку заводим по Т1. Скоро будет четвертый уровень. 19,5 уклонения. Уф. Бабочка скоро будет уже. Убить эту фантомку невероятно сложно, конечно. Вивер подставляется, Ами прыгает, тычка. Хорошо, это первый килл в копилку Ами. Отличная игра от Бэйна. +22 от Ами и 22/4 от панды. Довольно-таки ровная линия. Я думаю, будет намного-таки хуже. Но, может, с левелом будет сложнее. Хотя Ами очень хорошо стоит. Часть ПТ себе уже докупил.
Есть Лотус на всякий случай. Вот Бэйн подставлять, конечно, да, это неприятно. Но там Сон, и просто-напросто убегаем. Четвертый уровень. Есть Блу. Блур, точнее, извините. Не туда меня куда-то ведет. И пятая минута игры. Давайте посмотрим по нетворсам. Видим, что панда занимает у нас лидирующее место. Дальше идет темпларка, потом фантомка. И потом закрывает эту всю четверку бистмастер. Панда. Бэйн подставляется. Слип для себя, но это же очевидная смерть. Ай-яй. Плюс кульера для Ами также умирает. А там была ПТшка. Довольно-таки важный артефакт для данного героя. Он бы себя чувствовал куда лучше, если бы она была бы у него, естественно. Итак, у нас 6-я минута совсем скоро. Хочется распушить линию. Тут два ренджа. Распушивать будет тяжеловато. Хорошая дына у нас пока от Ами. Но пробить невероятно, да? Сколько уклона у данного героя? Просто же 4-й уровень. Как выгнать? Что с ним сделать? Магия только. Только магия. А тут Фист, тут Сларк, тут Темпларка, тут Панда, тут Вивер, Клок. Ой-ой-ой. Плюс еще один Лотус для Ами. Хорошо. Приятно. Кстати, команда Дайр очень хорошо отыграла у нас линии. Все три игрока занимают лидирующие места. Далее идет Бист. Потом только-только Ами на Фантомке. И Пак. Ой-ой-ой-ой-ой, уже 1000 на 6-й минуте для команды Дайр. Потихоньку терпим, пытаемся найти свой фарм. Щупаем, щупаем, щупаем хоть что-то. Скоро будет левел 6. Играем пока через дагер на 5 левеле. Максимально максимум. Хотя, возможно, надо было замаксить блинк, чтобы леса фармить. Потому что без блинка тяжеловато будет это все делать. Надо было хотя бы взять его в 2, а то и то больше. Дагера мы особо не пользуемся на линии. В этом смысла никого нет. У панды уже есть левел 6. Заходит под тележку, начинает пушить под 7-ю минуту. Хорошо отыграл. И пытается Ами в блюре хоть как-то нащупать эту экспу. Тавр потихоньку падает, тележка работает очень хорошо, и половина тавра снесло. Суппортов нету, суппорты стянулись у нас под активку. Хотя там особо и файтов никаких не было. Вивер пытается обойти. Вот, возвращается Бэйн хоть как-то на линию. И, кстати, уже 4000 у нас у панды. Ой-ой-ой-ой-ой. Конечно, да, это на 900 золота больше, чем у Ами. Это вот супер неприятно, конечно. Ами решает уйти в лес. Доносит себе ПТ. Вот был бы замакшенный блинк, сейчас было бы лучше фармить. Как-то он не подрасчитал, видимо, этот момент. Итак, у нас есть ультимативная способность, работает аспект. То есть каждый 6-й удар по героям, а по существам каждый 4-й удар выпадает крит. Я так понимаю, то есть 2 в ряд выпасть не может, да? Я даже не знаю. То есть в идеале надо героя собирать на скорость атаки, чтобы он просто бил. Да. Так, у нас Бэйна бросает снизу. Это, конечно, плохо. Видимо, его просто-напросто задавят. Попробуют убить. Да. Хотят, но не хватает урона. Улетает он на базу. Линия распушится. Заберется тир-1 тавр и откроется бот ближе к 10-й минуте. Ами тем временем убежал в леса. Хочет себе докупить маску на вампиризм, чтобы играть более комфортно в лесу. И выход потихоньку в БФ. Довольно-таки поздний БФ у нас будет, потому что линия у нас, мягко говоря, срата. Ну и придется как-то через камбэк играть. Вроде же так все неплохо было, но как-то что-то Бэйн, видимо, нафидел. Он же умер, да, второй раз? Да, и что-то оттуда все и пошло. Доносится себе маска, хорошо, теперь с комфортом будем фармить леса. Но как будто хочется выйти на линию и хотя бы на 11-й уйти в леса. Хоть что-то. Да, левел 6 есть, да, ПТ есть, да, маска есть, в Рисбен тоже есть. Блинк дальше идет, все верно, даггер ему нафиг не нужен.
Ну и сейчас мы будем видеть довольно-таки грустную игру. Ами будет выфармить БФ, довольно-таки долгий. А вот команде Дайр следует давить и давить, еще раз давить команду Reddit, потому что у них они будут играть 4 в 5. А там еще плюс не особо сильный пак, не особо сильный бист, им тоже нужны шмотки. И как бы суппорт, там Рубик Бэйн, я бы сказал, что на файт прям сильный, да, неприятный, но... Уже атака идет на верхнюю Т1 Тавр, биста ловит, биста хотят убить, скорее всего убьют, там много игроков. Отправляется в таверну, плюс еще заберут там верхний Т1 Тавр, должны, по крайней мере. Наконец-таки выходим на линию. Пытаемся хоть что-то тут дособирать. У нас тем временем блинк у темпларки на 10-й минуте. Что за тайминги? Просто вау. Ну давайте посмотрим, как он реализует его. И плюс диффуза у Старка. Очень боевая команда Дайр становится. Даже не знаю, как играть. Я так понимаю, то есть получается дагер, дается дополнительная атака, да? От ульты. Прикольно, ну ладно. Но ДБФ все равно надолго. 8 уровень, максит блин. То, о чем я ранее и говорил, что дагер нет было смысла фармить. Так бы, конечно, понемножечку фармил бы быстрее. Но, возможно, даже и незначительно это все. Потихонечку фармит. Там у нас пошли файты в центре. Хорошо. Ами потихонечку стягивает сюда. Затопили темпларку. Убить темпларку очень важно. Нужно убивать, но там рефлакшн просто-напросто она убегает. Убили. Убили Рубика. Бэйн выжил. И на этом все. Да, остановились. На темпларку бы как-нибудь прыгнуть, убить мом тем временем для Ами. Чего? Интересно. Его же можно разобрать, скорее всего, да. И тогда можно выйти в БФ. Ну ладно, логично. Через блюр. Зафармить. Хотя, столько сильный. Есть уклонение, да. 27. А, он же так не работает теперь. Точно. процентов очень много. Считайте, бабочка у него в руках уже. Но все равно стаки фармиться очень сложно. Раньше блюром можно было фармить. Сейчас тяжело, конечно. Ну, 5000 на 12 имеем. Плохо. Очень плохо. Уже должны иметь БФ к этой минуте. А, за максимум блинк. Сейчас бы, конечно, чтобы... Надо было, чтобы бист тянулся на нижнюю линию. Играл снизу, фармил леса, играл в сложной линии. А вот Ами отыгрывал Ancient и плюс верхняя линия. Но что-то как-то не поделили они фарм, видимо, не договорились в игре. И бист даже за это все время не хочет убегать с линии. Хотя бы вышел, может быть, с команды где-нибудь. Загангал кого-то. Кстати, через какой аспект он играет? Там Best Mode, да? Так, у нас в смоке команда Дайр выходит на Ами. Ами это все видит. Замедление пошло. Бочка залетает. Замедление. Также клок плюс влетает через ключ. Кропас. Отличный блинк. Под сейф от Бэйна. Хорошо. Есть стики, есть все, нажимаем блюр, просто убегаем в леса дальше фармить. Минус 2 сделали, неплохо, развернули команду Дайр, неплохо, очень хорошо. Байбек от Вивера, возвращается, он сразу же в файт. Кубика убили. Сларк начинает резать. Под замедлением на Сларка нападают, хорошо, куча урона. А, хорошо, как подставляется Сларк и умирает. Но неплохой замес, давайте посмотрим результат боя. И 2000 золота заработала команда Reddit. Потихонечку-потихонечку отбиваемся. Очень классно. 10 уровень для Ами. Давайте посмотрим, что возьмет. Играет все-таки в скиллы. По таланта пока ничего не берет. Играет 4-4-1-1. Окей, окей. Кстати, хотел сказать, что Ардианс тем временем появился у нас у Панды. Довольно-таки ранее, сказал бы. Плюс у него еще два брейсера есть.
И потихоньку, потихоньку, конечно, выходим в БФ. К минуте так 16-й. Вроде как должны выйти. Но потом еще нужна куча слотов, чтобы хоть как-то выровнять эту игру. 11-й уровень. Думать, что взять по талантам. Но мне кажется, правый талант на 10-м уровне очевидно. Ну, все равно... А, нет, взял блюр в 2. Видимо, хочет бегать быстро. Дополнительная скорость у нас есть. Плюс невидимость. Как будто на блинк получше выглядит на 10-м взять. На 11-м. Ну, ему виднее. У нас вот команда Реддин-то все равно пытается хоть как-то вырываться, но как-то не особо. Выходит у них 4000 ведет команда Дайр на 15-й минуте. Довольно-таки много, я бы сказал. Дезолятор у темпларки. Супер огромная темпларка. И блин, и дезолятор. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот, конечно, Сларк отстает довольно-таки сильно и много. Как будто бы должен иметь намного больше. Так, у нас там файт, нападают на Беста. Нужна помощь команды. Но нет, здесь смерть. Пытался он, конечно, как-то поджить. Там еще Бен подлетел. Плюс Рубик. Ай-яй-яй, плохо, плохо, ребята. На фиде довольно-таки много. И уже пятеркой лузаем. Сларка кормит, это тоже неприятно. Сларка у нас играет Эмма, если что. Он имеет 6-й ранг в доте. Ой-ой-ой-ой, ребята, это, конечно, не надо так делать. Не надо. Так, у нас видит Вивера, видит Клока. Очень хочет фармить энчентов, но не дают. Не дают поганцы. Вивера видит через урну. Там уже весел. Ёшкин ты кот, а у тебя еще БФа нету. Ладно, отдали этих энчентов. Пойдем на других. Хоть что-то, хоть как-то. Хорошо, что не умираем. 7000, ребята, на 17-й. Господи ты мой. Нейтралка. Классная. Это круто. Верхняя линия, то, о чем я и говорил, что должны раньше были отдать эту линию для Ами, и он должен играть леса плюс линия, леса плюс линия. 17-я минута, еще нету, ой, там телепорт, плюс Сларк заходит, плюс Вивер, плюс Клок, плюс все на Ами, и это смерть, ай-яй-яй-яй-яй-яй. До БФ оставалось только копейки буквально, но выход на темпларку хорошо разменяли. Довольно-таки неплохо все вышло. Плюс Бен ультует в Сларка. Урона нету. Целая ульта просидела. Никто не надемажил ничего. И Бена просто-напросто зарезали. Дальше Клока разменяли в Бена. Неплохо довольно-таки все в целом. Дальше файт не будет продолжаться, я так понимаю, да? Команде Реддин-то нужно убегать. Оу, хорошо. Этот бист наносит колоссальное количество урона. Разменяли его в Сларка. Достаточно ровный файт, я бы так сказал. Если бы Рубик не нафидел бы, вообще было бы все идеально. Далее ставить себе БКБ. Но еще до БФ остается буквально копеечки. Там Пака еще зацепили. Это минус 5, если Пака убьют сейчас будет, да? В общем и целом. Хорошо, есть БФ. Наконец-таки. 18 минута, 44 секунда. Очень поздний, очень поздний. 7600 для Ами. Как тяжело. Ну, теперь еще часа пол нужно играть, чтобы выиграть эту игру. Ну, либо же команда Дайр ошибется. Но, чтобы вы знали, там куча проигроков с огромными рангами. Посмотрите на них. Они все умеют, все понимают, что нужно делать. Но тут Ами. Ами очень сильный игрок. И он должен их разрезать. Должен. Команды Реддинтов 7-й, 15-й. Уф, тоже сильные. Тоже сильная команда, тоже не лохи играют.
Вообще какая-то у нас игра сегодня невероятная. Огромные ранги. Тем интереснее. У Ами 8400. То есть 6 место в нетворсе. Вы понимаете, да, насколько тяжело ему играть. У Сларка уже есть Лотар плюс Диффуза. И там что-то еще выход в ВКБ. Нет, это Сия. Интересно, куда он дальше пойдет. А то с тем временем у Вивера. Летмейл у нас у Панды. Плака ВГ. Что-то странно, ну ладно. Драгонлайн, Дезолятор, Даггер у нас у Темпларки. У Бестмастера Наганим плюс Даггер. У Бейда ничего. У Фантомочки вы видите. А у Пака у нас Вичблейд плюс Йоул. И далее появляется Даггер. Довольно-таки неплохо, кстати, на 20-й минуте. Камбэкает потихоньку. Отлично играет. Беста убили в боте. Неприятно. Вот это вот эти вот киллы лишние, конечно. Лучше лишний раз не нафидить врага. Кстати, что думаем о Рошане? 21 минута игры. Темпларка может убить. У нее есть дизоль. Может даже в соло убить. Нужно контролировать, помнить, если что, напасть в спину. Или даже фантомка. Ну, фантомка с БФом голым плюс маской. Осилит, но довольно-таки долго. Но там есть бист, если что. Всегда можно, если что, вместе с ним выйти в смоке, убить и не отдать врагам. Лузаем 10 тысяч. Ну, если заберем Рошана, то уже им будет сложновато нападать и что-либо делать. Ну, вот то, о чем я ранее говорил. 21 минута, падает Рошан. И забирает ее Темпларка. Никого у нас не было на карте. Там можно было как-то понять. Можно было кинуть какой-нибудь скан, если что, как-нибудь сместиться быстренько туда. Ну ладно, видимо, забыли. Итак, у нас 15 уровень. Взял он левый талант на фантом страйк к дальности применения. Как будто вот правый талант выглядит очень прикольным. Плюс 15%, вы понимаете? У него уже бабочка есть. Тут еще половина бабочки была бы. Вот как убивать без МКБ данного героя? Хотя тут даже не пахнет никем МКБ. Да, они купят его, это 100%. Но когда? Это вопрос. И можно уже было бы навязывать свою игру. Хотя... Может, он не хочет файта? Ему это и пока не надо. Он хочет фармить, если что, атаковать, блинкаться, убивать. Преимущество потихоньку падает. Очень хорошо фармит команда Реддентов. С 10 до 8 тысяч. Довольно-таки неплохо, кстати. Убили двоих героев. Я даже не заметил. Это Сларк плюс Клок. Видимо, из-за этого плюс еще. Окей, окей, окей. Довольно-таки равная игра как будто, да? Но ведет 8К. И это страшно. Там суппорты богатые довольно-таки. Ну и коры тоже не отстают, так сказать. 16 уровень. По талантам на 10-м, скорее всего, возьмет правый талант, да, да, на Phantom Strike, все верно. Вот интересно, на 20-м куда пойдет? Как будто в левый, это в идеале, конечно. До БКБ остается 600 золота, копейки буквально, и уже можно будет выходить и играть вместе с командой. Хватит нам фарма. Дайте зрелище. Хотя мы сейчас видим классическую китайскую доту. Где просто-напросто все фармят, фармят и фармят. Ну, Ами не рискует, кстати. Читает врагов, думает, что там смог у нас на энчентов. Но там у нас файты в центре были. Это можно было смело выходить, но... На всякий случай не подставляется. Потому что до БКБ остается копейки и не хочется умереть. Сия, тем временем, для Сларка. Как будто слабо. Слабо. Можно было ее не брать. Выйти в какой-нибудь БКБ, или линку тоже, или купить сильвер, или я даже не знаю, какой-нибудь скади докупить, тоже неплохо смотрится. Кираса, тем временем, для панды. И пика для темпларки. Снесли Т2 в центре. Беста плюс убили. Там темпларка, я уже видел, в МКБ собирается. Выход на нижний Т2, убили Бейна. И также доносит тир 2 тавр снизу. Сильная игра от команды Дарь. 17 уровень, есть БКБ. Стягивается во вражеский лес, хочет играть там. Это и понятно, потому что вся вражеская команда находится...
заходят на ХГ. Но тут уже БКБ можно принимать. Файты хоть какие-нибудь заходят, ломают. Там бист огромный, там темпларка огромная, там аегис. Нету двух героев у команды резидентов. И это неужели на 24-й сломают тавр? Сломали тавр. Дальше бараки. Бараки также начинают бить. И это минус бот на 25-й минуте игры. Что ж вы такое? Ой-ой-ой-ой-ой. Команда подцепить. Там их четверо, одна ушла. А нет, подцепили. Оставили. Долго? Настолько? Да, под фонтан даже зайдет, ребят. О, какая глупость от XXS. Зачем так было рисковать? Убежал бы просто и все. Ну ладно, он, видимо, уже фанится. 1400 золота за него отдали. Итак, дальше в сатаник, да? М-м-м. 40% уклонения. Очень быстрый герой и очень красивый. Вы посмотрите еще раз, откуда у нас есть время. Какая фантомка. Уф, просто жесть же, да? Ну посмотрите же, ну это просто невероятно. Так, ладно, опустим эти моменты. У нас нижняя линия, ребята, пушит. Нужно играть через низ тоже. Смачочек нажимаем, пытаемся кого-то найти. Нашли клока, хорошо, хоть кого-то. Ну не кора. Ой, там Крипсон. Улетает он, телепорт нажимает, но там Юла. Пока никуда ты, дружище, не уходишь. И в таверну. Хотя бы одного убили, уже неплохо. Дальше энченты. И потихоньку выход в сатаник. Пока пятое место по нетворсу. Потихоньку к Сларку приближаемся. Убивать бы Сларк, убивать бы панду, убивать бы темпларку чаще. И, конечно, было бы тогда да. Вообще, я даже не знаю, как Ами на фантомке нужно убить и Сларка, и темпларку, и панду. Откуда возьмется урон? Как ему столько жить? Там команда, вроде бы там пак есть, там бист есть. Ну, давайте смотреть. Призыватель. Бегаем шат у нас для Бэйна. Окей. Итак, команда Дайр заходит по центру. Хотят сломать центральную линию. Это нельзя давать. Ни в коем случае, ребята. Вы что, нужно файтиться? Нужно умирать, если что. Если надо, то и заканчивать. Потому что если вы мид уже дойдете, то это ГГ. Так, пошло нападение. Темпларку убили шикарно. Ни одной кнопки не успевает нажимать у нас человечек. Но падает миличный барак. И это они сняли мид на 27-й минуте. Господи ты мой. Разменяли мид в темпларку. Плюс отдали еще вивера. Дальше панду. Панду бы слабить, убить в идеале тоже. Как-нибудь. Плохо. Плохо. Усиление урона. Ладно, панду убили, тоже неплохо. Надо идти ломать Т2 тавр. По-другому никак, ребята. В идеале, конечно, сломать еще плюс линию. Но там времени не хватит. Там глифов куча, всего куча. Минус две линии. Господи ты мой, что ж ты же будешь делать? Они так зайдут, сломают еще одну. И потом все, конец, ГГ. А всего лишь 28-я минута. Без двух линий играть тяжеловато. Нейтралка, новая. Топор, да? Классно. И сопротивление замедления, и скорость атаки. Шикарно. Итак, у нас руна мудрости. Левел 20. Левый талант. Да, это левый талант на Phantom Strike. Плюс 60 скорости атаки. Очень хорошо. Ну-ка. Хорошо, хорошо. Ускоряемся потихоньку, ускоряемся. Уклонение 45%, ребята, чтобы вы знали. На 20 уровне. Если что, бабочка дает вроде 35%, да? Да. А тут уже 40. Как будто у него есть бабочка. Дальше Сия. Ну какая Сия? Почему Сия?
Может, я чего-то не знаю про этот айтем? Беста убили. Уже не хочется файтиться. 4 в 5 надо отходить. Плюс нету Рубика. Рубик находится в топе, ребята. Дайте Бэйна, просто уйдите. Отдайте Бэйна, просто уйдите. Что, кстати, по счет Сии? Увеличили стоимость. Сопротивлением, замедлением дает. Скорость атаки дает. Но я не знаю, ну как будто не то. Как будто даже Орчит выглядит. Это был Тор намного посильнее, чем данный артефакт. Собери его, будет Эрген Маны. На файт идеально вообще. Давать Орчит всегда приятно. Панду убивать тоже. Заставлять врагов купить какую-нибудь линку, либо БКБ всегда классно. Но чё-то как-то Сия на данном этапе игры выглядит довольно-таки слабо. Даже Дизоль выглядит посильнее, как будто. Клок улетел. А нет, остался. Оу. Плюс Сларк бежит. Ами должен это понимать. Да, не догнать, не убить. Хорошо, отошли. Ну, 6000. Было 10, было даже больше. 11, по-моему. Но минус 2 линии. Довольно-таки много. Рошан стоит. Главное Рошана теперь не отдать. Двадцать тысяч у нас у Темпларки. Там уже, скорее всего, есть МКБ. Угу. Рошан отдает для Темпларки. Да что ж ты ж будешь делать? Хотя бы Яшу дофармить до файта. Это было бы уже... Хоть что-то. Даже Башер. Вот я сейчас о нем задумался. Даже Башер выглядит довольно-таки неплохо. Лучше, чем Сия, по-моему. Еще пусть собрать там какой-нибудь Абиссал. Вообще классно смотрится. И на Сларка хорошо, и на Фантомку идеально, и на Панду садится супер. Но Сия мне лично не нравится. Вообще прям бред бредовый. Зачем ее собирают? Что Сларк купил? Что Ами купил? Что это за китайская мудрость? Выглядит, да, хорошо, но слабо. Согласен ее купить, но немного раньше. Если у тебя хорошая игра, можно взять. Она хорошо сядет. Сларка ловит. Ну там команда Бэйна убивает. Не одну кнопку успевает нажать. Дальше у нас идет файт. Бэйн сразу же нажимает байбек. Летит на Т2. Ами в файте дерется. Убили Беста, неприятно. Ами подняли, не на силу урона. Слово совсем по Темпларке выбивает Эггис. Дальше работает Пан. Панду убивает. Сларк забегает БКБ. БКБ вот Ами надо убить. Главное панду убей. Панду убивает. Ой-ой-ой, какой же Дрим Койл от Бака. Что ж вы творите? Тем временем дабл килл от Ами и трипл килл от Бака. Огоним. Плюс Мэл и плюс Огоним Шар. Плюс еще плюс Вичблейд. Пятерых Койл. Урон. Плюс... как этот спел называется? Я забыл. Shift. Ё-моё. Ёшкин ты кот, да? Как же много урона. И все преимущество в нуле. Заходит по центру. Сколько они заработали? 5400 за этот файт. 5 в 2 по итогу вышло. Сломали тавр в центре. По байбекам что? Байбеки есть, но не хотим тратить. Отдаем мид. И игра потихоньку выравнивается. 2000 для Ами. Очень хорошо. Точнее, не для него, а для команды Рединов. Сия тем временем у него есть. И по нетворсу, кстати, выровнялся. Ну и пак, конечно, вырос вообще. 21 тысяча для пака. Вау. Оф, дружище, много. Стики все-таки продает. А Бент оставляет. Ага, окей. Огоним шар дальше, чтобы убивать панду хорошо. Сладко работает довольно-таки неплохо. Хорошо. Что вот следующим айтемом купить? Как будто вот, да. На скорость атаки. Ну, Муншард хорошо. Ну, Кираса неплохо смотрится. Потому что работа инфиз. Ну, Баш тот же самый неплохо смотрится. Бултор неплохо смотрится. Скорость атаки дает. И реген маны дает.
Потом можно БФ продать, в принципе. Потом терапирку докупить. Урона будет очень много. Ага, Муншард, все-таки Муншард. Можно, кстати, съесть. Можно будет бегать с ним. Как будто есть и посильнее айтемы. Ну, в идеале, конечно, идти дальше по нижней линии. Может быть, дождаться Рошана в идеале. В идеале просто играть на свой фарм сейчас. Снести Т2 в топе, Т2 в боте. Дождаться Рошана, убить Рошана. Ну и пробовать идти заканчивать игру. Но нажимаем смог. В поисках хоть кого-то, активку. Активки мы никакой не находим. Сканим территорию, довольно-таки скудный скан. И идем дальше. Видим клока, клок у нас ракетками кидается. Находим клока, он там смог на смог. Ну, Рошана же еще нету, кого они бьют. Вивера, Вивера находит, ставится сентриак. Видит клока, видит Вивера. Бэйн опять подставляется. Господи, ну там Бэйн без байбека. А опять клока никакой не убежал, ничего не сделали. Опа, Бэйна подсейвили, хорошо убили клока. Дальше Сларка, Сларка нужно убивать. Но Сларк убегает на ультимативную способность. Надо идти дальше в Темпларку. Темпларка рвет койл и отправляется в таверну. Что ты делаешь, дружище? Зачем так жестко? За Вивером бегают, пытаются хоть как-то воспоймать, но там Вивер, ребята. Вивера убить очень сложно. Вам нужно лететь на нижнюю линию или заходить по топу. 70 секунд до темпларки. Можно снести. До Рошана еще долго. Первое место по нетворсу пак. Дальше идет Фантом Ассасин. Дальше темпларка, Бримастер и Старк. Ну, Сларк как-то игра совсем не ладится. 18 тысяч он имеет. Купил он тусию и буквально ничего не сделал. Выпал из игры. Сильверейч себя тоже докупил. Аганимшар тем временем, кстати, докупает себе Ами. Об этом я не говорил ранее. На Т2 выходит в топе. Ломает его. Солар. Очень приятно. Т2 в топе снял. Отошли. Сларка. С усилением урона. Надо бояться. Плюс там мульта. Биста. Ловит. Больно. БКБ нажимает. Вот хорошо. Развел на ульту. Отошел. Панда. Надо бы ультовать в панду было. Тогда бы Ами просто-напросто уничтожил бы его. Панд мелких убивает. Остается одна. Фиолетово убежала, видимо, так. Да, на подсев, на всякий случай. Хотя... Да, убежала. Ну, там куча золота выпадает с этих панд. Да, там синий убежала, вниз бегает. Биста убивает. Сларк. Сларк начинает всех резать. Господи, ты мой. Ами прыгает к темпларку, нажимает БКБ. Пытается ее хоть как-то убить. На форстафе убегает. Рубик у нас нажимает байбек. Дальше на суппорта. Ами один всех просто. Что делать? Непонятно вообще. Есть сатаник, нажимает сатаник, пытается хоть как-то хилиться, находится он в центре, бьется со всей командой, Дарь буквально в соло и просто-напросто отпугивает и убегает на всякий случай. Бист рядом, Вивер также байбек рядом, Сларка, Сларка, Сларка нужно ловить, Сларка тычка, и тут нажимает убегает. Да, господи, это мой, сколько можно этих ультимативных способностей, нужен баш хоть какой-то. На 25-м взял левый талант, надо гера. Как будто на ульту выглядит посильнее. Хотя дагера выглядит тоже классно. На 25-м 52%. 52%, ребята. Уф, так вот почему его убить не могли. Бессмертный герой, ребята. Бессмертный герой. На базе упало одно Т4. Осталось еще одно и будет Рон. Сларк ульту нажал. Хорошо, разводим. Убистая с ульта, надо идти за Сларком. Дарпак, ждем. Нет продолжения, ни малейшего. Преимущество в нуле. 40-й минут игры близится. Сларка подставляется, хорошо, очень больно ему. Команды рядом нету. Аганим шифт нажал и просто выбежал. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это вот сегодня катка у нас. Ёшкин ты кот. Итак, смотрим по Рошану. Через сколько ресается. Сейчас будет битва за Рошана и, видимо, за игру. Кто убивает Рошана, тот выигрывает игру. Через минуту Рошан, 40-я минута, классика. Очень хорошо. Гиперстон себя докупает. Почти второй купит. Муншард.
Бешеная скорость атаки, ребята, бешеная. Плюс 10 брони, да? Ну, играем физ, ладно. Так, стягиваемся все. Есть у всех тайминги. И пошла у нас финальная стадия игры. 40 минута. 1000 золота за командой реагентов. Это буквально ничто. Вивер увидит фантомку. Сларк тут же рядом. Ами бегает. Ловит его. Есть БКБ на всякий случай, но не жмет. Ждет пока. Ой, там пак прыгает хорошо. Пак. Не прыгает или прыгает? Могу понять. Нет, не прыгает. Ами прыгает без БКБ, просто пока прыгает, поднимает его в вул, летает очень долго. Видимо, вот зачем, чтобы летать мало. Тогда понятно, зачем нужно сия, чтобы его еще поднимали, там плюс сатаник, там плюс сия, летать ему будет совсем мало. В этом и есть тогда логика огромная. Согласен, тогда согласен. Смотрите, его просто не пробивает, он просто прыгает и бьет. Сларк его бьет, но там нету МКБ, нет урона, нет буквально ничего. Умирает Темпарк, умирает Сларк, умирает Клок, дальше Панда, Панда ультует. Но никуда, дружище. Фантомку поднимаешь, но летает он буквально секунд 10 максимум. Разводит XXS, что ты творишь? Четыре стороны разных разводит своих пандочек и просто убегает. А, так они земляную специально не убивают, потому что он там будет. Ах, какие вы хитрые, да? Динает еще плюс. Ой, хорошо. Отличная работа от команды Reddit. 4 в 0. Файт. Даже Рошана не бьют. Неужели просто пойдут и заканчивать? Какая плотная панда. Какая ж плотная панда. Что у нас по байбека? У тепларки только одно есть. Ну, как будто этого мало. Но нужно нажимать. Last fight по-любому. Хотя даже линию снизу не будут бить. Просто идут в бараке. 20 секунд до тепларки. Ну, по-любому надо жать. По-любому. Игра заканчивается на вот этом. Тепларка просто сдалась. Все игроки сдались. Не было last fight. Можно было как-то нажать, кайт, дождаться тиммейтов и просто хоть как-то что-то сделать. Но, видимо, вот так вот у нас и заканчивается эта игра. 7-1-12 у нас отыграл Ами на новой фантомке. Выглядит довольно-таки неплохо. Герой сильный. Мне понравилось. Игра крутая. Статистику не могу посмотреть. Итак, статистика по игре. Урон нанес у нас довольно-таки мало, потому что особо не было файта. Вот пак, конечно, да, 50к нанес с аганимом, с молниями, с аганим шардом. Очень круто. Но в целом мне игра зашла. Классная игра, классно вообще все, классная фантомка. И вот такая вот сегодня игра, ребята. Всем спасибо за просмотр и всем пока.